что есть информация, что сегодня приговор уже. Российской Федерации приговорил признать их отца Юрия Анатольевича виновным в совершении преступления, предусмотренным пунктом для части 2 статьи 207 прим. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, которое соответствует части 2 статьи 53 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, заменить 5 годами принудительных работ, содержание 10% заработной платы осужденного, доход государства, перечисляемых на счет соответствующего территориального органа уголовной исполнительной системы с лишением право заниматься определенной деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных информационных и коммуникационных сетей, в том числе сети интернет, на срок 4 года. Меры пресечения осужденному к ХАЦУ в виде подписки о невыдержащем поведении, отменить поступление приговора в законную силу. К месту отбывания наказания к ХАЦУ надлежит следовать самостоятельно в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 60 прим. 2 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. Судебное заседание закрыто. Довольно. Это за ним? Нет. Ух ты! С поклажей. А мы все, и видео, и фото. Большое спасибо судье, в первую очередь, что проявил снисхождение, что мудрость была замена наказания с 5 лет лишения колонии общего режима на 5 лет принудительного труда с удержанием 10% заработок государства. В принципе, решением я доволен, обжаловать я его не буду. Сумку я пойду разгребать сейчас обратно, потому что за тот час мне пришлось срочно готовиться к эвакуации. Вот так вот. Я рад, что наконец-то этот этап жизненный закончился. В любом случае, жизнь продолжается, и мне 39 лет, у меня все впереди. Вы светитесь, а честно? Нас устраивает. Сторона защиты просила оправдать Юрия Каховца за отсутствием состава преступления, но вынесенный приговор нас устраивает, поэтому обжаловать мы его не будем, потому что мы знаем судебную практику, поэтому, Считаете ли вы победой своей? Да, я считаю, что в данной ситуации это победа. Ну, повезло, на самом деле. В жизни должно хотя бы раз вести. Я не понимаю, у меня вся жизнь сплошной косяк, но хотя бы один раз мне должно было повести. Так можете это прямо в интервью так и написать. Прямо вот так и пишите. Я прошел по лезвию бритвы. Я серьезно говорю, вот это ли... Там вот по лезвию ногтя, вот буквально ногтя прошел. Теперь мне нельзя дорогу в неположенных местах переходить. Я буду полицейским вот так вот. Здрасте. Можно я закажу вам кофе? Вот так. Я теперь дороги буду. Дороги я перехожу только в правильном месте. Я эти полтора года был честнейшим человеком на свете. Я налоги все платил, как самозванец. Вы были до этого честнейшим человеком. Я продолжаю эту историю. Медленно только иди, чтобы мы все сфотографировали. Не Юр, пошел! Пошел! Давай, удачи. Ребят, я надеюсь, мы с вами не пересекемся. Мне хватило этого вот так. Беги быстрее, а то передумают. Спасибо вам за вашу работу. Мы очень рады.